Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Сбалансированная походка и защита от падений. Специалисты реабилитационно-технического центра в Сургуте презентовали новый коленный модуль для людей с ограниченными возможностями. Как производят новейшие протезы, в чем их преимущество и сколько человек в округе их получат, знает Дарья Давыдова. Медицинские технологии развиваются семимильными шагами. Очередная новинка для тех, кто по разным причинам остался без нижних конечностей. Этот совершенно новый коленный модуль «Реони». Чтобы научить сургутских специалистов реабилитационно-технического центра создавать совершенно новые протезы, в наш город приехал мастер из Москвы Марат Загидулин. Семинары проходили 4 дня. Результат – уникальные технологии из теории перешли в практику. Это технология исландская, то есть протез самообучающийся, электронный. В его основе состоит микропроцессор. В нем находятся датчики, которые как бы чувствуют свое пространство, то есть нагрузку и так далее, и постараются под своего пользователя. Маргарита Максимова – инвалид с детства. Отсутствие ноги не помешало девушке стать мастером спорта по плаванию, победителем и призером российских и международных соревнований, попасть в резерв сборной России. Испытать новый протез выпала честь именно ей. Да, удобно. Ну, как на двух ногах. Умный коленный модуль сам подстраивается под хозяина, запоминает стиль его ходьбы, скорость, чувствует рельеф, чтобы максимально обезопасить движение. Настроить его можно при помощи компьютера и Bluetooth. Все, что нужно, это просто заряжать протез, как мобильный телефон. Если забудете, не страшно. Работать он от этого не перестанет. Практически вот на этом коленном модуле упасть невозможно. То есть он сработает, он зафиксируется, и он так вот не подогнется. Стоит такой коленный модуль примерно 900 тысяч рублей. Финансирует протезы для горожан с ограниченными возможностями Фонд социального страхования. В следующем году, когда производство Реони встанет в округе на поток, есть вероятность, что новые коленные модули получат 20-25 человек, а может и больше. Но мне бы, как руководителю данного предприятия, очень хотелось бы таких протезов уже установить не 20, а 50. То есть мы, когда заявляем сумму в фонд и говорим, что вот нам бы в 2014 году уже нужно не 30 миллионов, а 80 миллионов, то есть мы уже подразумеваем, что мы бы хотели таких протезов установить больше. К сожалению, всех югорчан с ограниченными возможностями в следующем году обеспечить новыми коленными модулями не получится. Но ведь и время не стоит на месте. Исландские разработчики в 2014 обещают представить усовершенствованные протезы. Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.